Сегодня христиане изменились. Ничто не радует, жить трудно, тяжело. К мирскому быту как-то приобщились, и на служение светское лицо. Печать уныния, маска равнодушия, причины, чтоб собрание пропускать. Общение по группам разве нужно? В чужую жизнь с вопросами вникать. Над братом и сестрою насмеяться сегодня христиане-мастера. Забыв о простоте, провозносясь, мы катимся невидимо куда. Мы стали грубыми, ехидными и злыми. Нам нравится судить и клеветать. Давным-давно мы с вами позабыли, что значит жизнь за Бога отдавать. Еще живут те старцы и старицы, кто рассказать готов о той цене, заплаченной однажды голубицей, чтобы свободу даровать тебе и мне. О, если бы страдальцы Иисуса увидели сегодня наш народ, нам стыдно стало бы, боюсь я, как много попрано и позабыто. Но ведь живет история народа в союзе том, который нерушимым себе звал, распавшийся во прах потом, но все же враг свою руку дерзостно поднял. Не рассчитал тиран тогда нароком, что не с простым народом воевал, на избранных, святых, особых враг руку свою дерзостно поднял. И хочется сегодня нам напомнить, как свободу церкви подарил. Пусть наше сердце вспомнит этот подвиг о тех, кто кровь свою за нас пролил. Не для того ведь жены оставались одни с детьми, без мужа и детей, чтобы у сестер сегодня, как ни странно, молитвы материнский гаснул пыл. Не для того сестра в подвале мрачном терпела пытки, шутки и плевки, чтоб молодые ныне христианки с мирскою девицею стали бы ревны. Не для того вы, дети, умирали от голода дрожа, чтобы наши чады вовсе и не знали, что каждой крошке есть своя цена. Не для того под тюрьмам братья гнили, клопов и вшей они с собой кормили, чтобы сегодня сладкая свобода служила к оступлению народа. Не для того молиться запрещали, об этой силе атеисты знали, чтобы сегодня на молитвах спали и рты свои почти не открывали. Не для того в Сибирь борцов ссылали, мороз под 50 плетями гнали, чтобы сегодня в шубах и перчатках идти в собрание было нам не сладко. Не для того расстреля на рассвете и срок длиною ровно 25, чтобы сегодня ты и я стыдился просто коллегам, близким о Христе сказать. Не для того в мучениях воспевали и в тюрьмах гимны чудные неслись, чтобы хористы нынче и не знали, что спевка есть и песни, что плелись. Не для того ведь слово отбирали, и песенников было не найти, чтоб наши дети ныне рисовали и эти книги рвали на куски. Не для того вечерю опасаясь проповедовали тайно от людей, чтоб мы служением сим пренебрегали и было множество пустых скамей. Не для того потоки слез пролиты, их не вместить, наверное, океан, чтобы сегодня были мы сухие, пусты в молитве, словно барабан. Не для того имели связи с небом, молитвами проложен был канал, чтобы сегодня в интернете погрязали, уткнувшись и стар, и мал.
Не для того ведь тайно собирались и были рады каждому вполне, чтобы сегодня вовсе не общались. Противен был ты мне, а я тебе. Не для того ведь брат наш на коленях у Бога проповедь смирения просил, чтоб на ноутбуке умный современник или в интернете что-нибудь пооткрыл. Сей список можно долго и упорно все продолжать до самого конца. Я думаю, ты понял, что свободе положена великая цена. Пусть совесть говорит тебе отныне и в сердце прозвучит не для того. Быть может, покаяние просто надо прийти тебе до Бога твоего самого.